Я всегда вспоминаю, с чего я начинал. Я сын необразованных крестьян. Дед у меня был тоже такой же номад. Но поскольку они жили на юге Казахстана, куда больше всего было переселено русских, они вместе живя научились сажать огород земледелию. Отец мой в 3 года остался без отца, и в 11 лет старший брат его отдал в работники русскому зажиточному человеку. И он с молодости очень хорошо говорил по-русски, научился у них точать сапоги, очень хорошо разбирался в яблонях. У нас возле дома был отличный сад –